Добрый день, дорогие друзья. И это очередное видео про Павловню. Я на канале снимал видео, когда я сажал Павловню в 12-литровые, 10-литровые горшки. Вот это побольше горшок. Литров 18-20, может быть. Был вопрос задан одним из подписчиков в комментариях к этому видео, какие они сейчас, какого размера. Сажал я сейчас не помню, дату ставлю, когда они посажены были. Ну, сегодня у нас 8 августа. И что мы имеем на 8 августа? Вот такая вот она Павловня сейчас. Конечно, говорить о там 1,6 и 2,5 метра не приходится. Ну и лето у нас было очень интересное. Не лето, а больше, наверное, сказать, осень. Поэтому она вот какая есть. То есть, в принципе, она особо сильно в размерах не изменилась, но она очень хорошо укоренилась. Она, ствол ее стал толстый и уже похож, наверное, на дерево. Деревенело очень хорошо. В принципе, это тоже хорошо, потому что все это лето развивалась корневая система. Она поливалась раз в неделю здесь. У меня стоит здесь опрыскиватель сверху, дождевик. И он в виде дождя это все дело поливал. Вот. И что мне хотелось бы сказать. В принципе, я вижу, что она практически вся уже одревенела. То есть корневая система в этой Павловне сформировалась. Что, в принципе, требовалось мне. Потому что все равно необходимо было делать технический срез весной следующего года. Поэтому делюсь с вами своими результатами, наблюдениями. Вот она посажена в 10-литровые горшки. В принципе, сейчас я вам показываю на видео, как она выглядит в данный момент. Что еще можно добавить к этому? Ну, вот такой опыт. В следующем году, я думаю, что из этих горшков она уже начнет достаточно активно развиваться. Опять же, зависит от погоды и условий. Я очень надеюсь, что следующее лето будет все-таки летом, а не лето-осень, как в этом году. И мы уже увидим те заявленные характеристики, которые она является, то есть это достаточно быстрый рост. Ну, хотя я вот узнал информацию о том, что вот эта Павловня войлочная, которая сейчас вы видите на экранах, она сама по себе достаточно медленно растет среди других Павловней, потому что есть Павловни гибриды, Z07 гибрид из трех Павловней, он обладает достаточно высокой скоростью роста, ввиду того, что скрестили три сорта Павловни, которые быстро растущие, морозостойкие и с компактной кроной. Три разных сорта с яркими этими характеристиками скрестили. И, возможно, в следующем году я буду сажать именно вот этот Z07. Как он там правильно называется, видео ставку сделаю точно. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем продолжать наблюдать. До встречи в новых видео. Пока!